сейчас будут дата-котики, овации. А готовиться буду камера. Это, кстати, входит в 3 минуты. Да. Вы не получается сделать? Нравится. Свет впадает. А можно выключить на сумму? Ладно, покажу на предыдущей фотографии, что не совсем лайф-демо, а фотография сделана с того угла. Она такая с лайфа, с лагом в минуту, наверное. Вот, чего? О чем наш проект? Когда мы делаем фотографии, в кадр попадают лишние объекты, такие как салфеталка, какой-нибудь мусор на столе, да, лишние люди. Вот. И наш проект посвящен тому, что мы умеем их стирать. В рамках которого мы решили сфокусироваться на трех кейсах. Первый кейс — это, собственно, салфеталка. Второй кейс — это провода, которые иногда сгорают в самом здании. И третий — это произвольная маска, которая сдается пользователям. Вот. Это исходное изображение. И это уже без селфи-палки. Вот. Что у нас под капотом? Под капотом у нас сегментация плюс инпейтинг. Сегментация — это у нас резнет до обычных на наших данных. Инпейтинг — это фастмарш плюс инутоподобная архитектура, которая повышает качество этой вместе. У нас была интересная задача, связанная с тем, что мы этот цикл размещали сами. Поэтому нам пришлось использовать все данные, которые есть. Нам нужно генерировать самостоятельные данные, используя их теперь. Мы используем аугментацию. И, наверное, можем приступить к показу веб-демки. Да, здесь мы можем выбрать файл. Да. Здесь у нас есть провода. Мы их можем заштриховать. Некоторые выделились алгоритм автоматически, некоторые нет. И после этого ливеримов. Они, собственно, удаляются, у нас остается чистая картинка. Спасибо. А, да, еще иногда бывает такое. Там мы стираем провода, стоит. Левитация. Начинаются вопросы жюри. Пожалуйста. Это все работает на сервере, не может офлайн работать на мобильном? Это сейчас работает на сервере, но он работает довольно быстро. Работа занимает порядка 15 секунд. Она работает из полу, поэтому я не думаю, что будет проблема переменить помещение на сервере. А как вы оцениваете, насколько качество можно увеличить? Мы это делали за 2 дня. Вот, есть инпейтинг точно можно улучшить, потому что у нас не было возможности за ограниченное время принести новую модель основных наганов. Ну и сегментацию тоже. Почему выбрали провода? Провода, потому что так оказалось, что у нас 3 участника, один сидит в Минске, так оказалось, что мы все втроем любим фотографировать в это здание. Все мы втроем бывали в Питере, и у нас такая проблема была, что мы хотим сфотографировать здание при Ланевском, а там те провода, которые против карты. Да, ну, пример с палком, наверное, более применим к пользователям. Спасибо. Жюри, еще есть вопросы? Тогда мы почетно вручаем безусловно грамоту, просим сказать, что это будет предмет.